начальник финансового управления, но видите, сегодня все вы ее знаете, человек всем известный. Сегодня мы поговорили о задачах, которые предстоит решать. Между тем, я хочу, чтобы у всех было понимание того, что это не от того, что Антония не справилась с задачей, просто Антония отказалась в свое время занять должность начальника финансового управления. Поэтому ей говорим большое спасибо за проделанную работу. Ну а новому начальнику управления удачи на новом поприще.